Все, да. Рекс 170 миллиметров. Рекс 2. Да. Вот. Лагерный полевой нож. Вот. Щепу настригать. Порубить. Очень удобно рубит. Верхняя часть для грубой работы. Вот. Полуторная заточка. Очень удобный. Травмобезопасная рукоять. То есть ковырять что-то там. Можно не задумываться, нарубать. Очень удобно, наплыв под мизинец. Вот. Оружейный ромбик на рукояти позволяет удерживать уверенно в руке. Очень удобный нож на самом деле. А если когда, несмотря на то, что он достаточно крупный, если вам понадобится порезать продукты, вы спокойно порежете вот даже ту же самую морковочку. Можно ее вот так.